Трансмашхолдинг запустил серийное производство нового электропоезда «Иволга 4.0». Поезд является полностью российской разработкой, спроектированной для эксплуатации на маршрутах МЦД. Он может разгоняться до 160 км в час и перевозить до 646 пассажиров. В 2022 году ТМХ провели работу по импортозамещению всех ключевых узлов и комплектующих «Иволги». 98% комплектующих новой модели производятся в России на более чем 600 предприятиях. Например, «Трансмашхолдинг» освоил производство тяговых электродвигателей поезда. Сцепки и крэш-буферы производятся в Москве, тормозная система – в Первомайске, Нижегородской области и Пензе. Хороших вам новостей!